Эпоса рассказывают не только кайчи в своих сказаниях, но и представители других видов искусств. На празднике был показан пластический спектакль «Очибала». В нем рассказывается о том, как женщина-богатырь Очибала побеждает зло и спасает Алтай. Текст сказания тоже был записан от Алексея Григорьевича Калкина. На всяком празднике не обошлось без традиционной народной забавы – состязания в силе, ловкости и умении. Игры под названием «Козлодрание». Суть ее заключается в следующем. Две команды должны отобрать друг у друга тушу козла и в борьбе донести ее до определенного места на территории соперника. В этот раз состязались команды Улагана и Ангудая. Победили ангудайцы. Ой, тола барып чат. Улаганның бұл байысын. Бабал, боратты ол келіп түшті. Алақла оқой. Аққа төшендірді ол арай-арайында кеса. Екі минут күн дәлені не дерме? Мекорының ағын қамшылапты, ады тұқ чат. Ады барар көне жоқ. Деген жоқ, қалдырмас. Онды баса болса, көрсер ол екінші мамерді. Кезегелі ақта елді. Жоланың! Атына қожа. Шөт қанды. Екім олма. Курултай – это не только состязание сказителей в своем умении, праздник и веселье, но и общение, обмен опытом, серьезный разговор за круглым столом, где собрались все участники, представители разных стран и стилей сказительства. Как вы заметили, горловой вид искусства пения сегодня набирает большие обороты. С маленького возраста, детского возраста люди сами переобщаются. Ни в музыкальной школе, ни в школе искусств, ни в консерватории. Ни в российских учебных заведениях этому нигде не учат. Этому учат сами люди. Дети учатся у взрослых, у стариков, перенимая свои традиции. И я думаю, что наша задача сегодня помочь, чтобы наши люди не потеряли свои корни. И в том числе такие научно-практические встречи должны помочь нам. Искусство горлового пения, искусство кайчи. Это наша духовная культура, наша, всего нашего народа. Кай, это горловое пение, может передаваться генетически. Я могу еще добавить и шире сказать, что это дается от природы.
そしてこの浦賀に来てとても本当に自然の素晴らしさに、を感じております。Я так удивился, какая природа в Алтае, и у меня такое большое впечатление. 特に青い空です。Особенно голубое небо. 緑は驚くべきことに日本ととっても似てるんです。Такое дерево очень похоже на Японию. そしてアルタイの人たち。どこか、とても親しげで、日本人と共通のものを感じます。Народ в Алтае очень похоже, немножко, кое-что похоже на японцы, и я чувствую, что как родина. К сожалению, мы не смогли привести нашего кайчи. У нас один кайчи. У нас остался только один кайчи, и он в очень преклонном возрасте, 70 лет. Мы до последнего надеялись, что все-таки мы сможем его сюда привезти, но, к сожалению, не получилось. Но сегодня, вы знаете, вот говорили уже о том восторге, который испытывали, мы просто плакали. Мы просто плакали от счастья, мы плакали от того восторга, от того, что мы видели всех гостей, какие замечательные сегодня были выступления. Это просто спасибо вам за такой огромный подарок, который мы сегодня вот... тот восторг, который мы просто испытываем. И мы приехали сюда учиться. Мы всегда приезжаем в Горный Алтай. Горный Алтай – это родина всех тюрок, родина нашего народа. Наша горная Шория, женщина-красавица, она не может жить без духа Алтая. Поэтому мы приехали сюда для того, чтобы напитаться духом, поучиться у вас. И потом, в дальнейшем, у себя дома обязательно все, что мы здесь увидели, все, что мы здесь услышали, чем мы напитались, мы обязательно будем притворять у себя в Шории, в нашей любимой. Я бы хотел просто попросить вас, когда мы будем встречаться и за круглыми столами обсуждать, чтобы мы по окончании Курултая вынесли какую-то резолюцию. Я думаю, что будет отдельной строкой прописано возрождение музея Алексея Григорьевича Калкина. Потому что сегодня значимость Калкина как сказителя, как говорили Гомеры 20 века, только распространяется в узких ученых кругах. Когда-то придет время, то его значимость будет возрастать с каждым годом все больше и больше. Потому что это феномен. Калкин – это не просто человек, который взял топшур и начал петь. Это феномен человечества в целом. Завершился международный курултай сказителей, посвященный Алексею Григорьевичу Калкину, торжественной церемонией награждения. Лучшим признан Алексей Калкин, внук великого кайчи, Алексея Григорьевича Калкина. Традиция сохранена и продолжена. Кайчи будет существовать до тех пор, пока будет жить народ, которому оно дорого, пока будет существовать Алтай, родина Маадайкара, Кюгудея, Алып-Манаша. Именно природе созвучна поэзия, эпос, да и сама душа алтайского народа. Об этом пели бессмертные и безымянные сказители, сохраняя на протяжении веков самобытность языка и духовную культуру народа.